have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Сегодня мы продолжаем экзаниму. Будем сейчас прокачиваться. Я бы даже сказал, больше не прокачиваться, а зарабатывать, потому что у нас очень мало денег осталось. Остался какой-то один золотой. Поэтому я считаю, что нужно бы немножечко подналечь. Пойдемте двое на двое. Я вот просто не помню. 55-й, 33-й. Блин, честно, у меня подшибало, кто мне с каким оружием ходит. О, посох. Все. Давай, давай, чувак, я его отвлекаю. Есть. Одного сложили. Давай, я его отвлекаю, ты его бьешь. Я думал, ты сдох. Он такой об стеночку прислонился, и все, я думал, он уже отъехал. Нормально, хорошо затащили. То есть я с длинным оружием отвлекал, чувак подходил и сзади кулаками всех месил. Ну, вот это был хороший бой. Так, вызов на неумехе. Пойдемте. Пойдемте. А, это... Я с молотком? Нет, 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 нет. Это была ошибка. У меня более тяжелое оружие. Ай-яй-яй-яй. Да, понятно. У меня огромный молот, черт побери. Я забыл об этом. Оно медленное. И, естественно, против меня поставили посох. Обидно. Очень обидно. Так. Что у тебя, чувак? О, у него есть вот эта штука, кстати. У меня на нее не хватает 3 серебряных. Ты серьезно? Я бы ее на самом деле купил бы. Сколько ничего не поскольку... А, блин, оно тоже медленное. Бердыш, пердыш. Ладно. Пойдемте еще подеремся куда-нибудь. У нас есть на новичка схватка. Я себя знаю, я сейчас накосячу. Давайте не как в прошлый раз, пожалуйста. Я очень постараюсь не бить своих. Так, на меня двое отвлеклись. Ёпарасоте! Ты не офигел? Как я промазал сейчас? Ой-ой-ой-ой-ой! Так, я... Блин! Чувака с вилами уже засандалили, я уже почти труп. Ясно. Я не почти труп, я труп. Ну и ее закололи тоже. Че это такое? Это... Блин, у чувака два копья в руках? Блин, это на самом деле... Прикиньте, если взять реально два каких-нибудь копья и зажимать тыкающую атаку, и такой хопа-хопа. Это была фиалка сейчас. Все, вообще все в мусор. У меня только 55-й остался нормальный. А, пойдем зачистку на этом. А ты у меня с молотком, да, который? Ну, пойдемте попробуем. Какая разница, что я теряю? Кроме денег. Так, отойди, отойди! Вот это он меня застанил сейчас. Чертов чувак с ножом и щитом. То есть, даже если я его умудрю сейчас каким-то образом... Ау. Убил. Мало того, что вырубил, еще и убил. Тупо ножиком затыкал. Офигеть. Вот это сейчас было офигеть.
Да, все, все. То есть, вербовка. У меня тупо сейчас нет 55-го чувака. Ладно, насчет телосложения. Цвет кожи, ладно, попробуем сейчас, может быть, сделать бугая. Ну, наверное, вот такого мне там говорили, очень, очень сильно влияет телосложение, я никогда этого не делал, так что попробуем вот так вот сделать. А, назовите, да. Ты у нас будешь тоже 55-м. Далее. Так, посох, естественно, для начального уровня, естественно, только посох. Не, на, в белой рубашечке походишь. Будешь интеллигентным человеком. Тут у нас отказ от атаки, быстрое после парирования, ложный замах, немедленное продолжение удара с его... Да, вот это давайте. Нанять. Блин, я сказал, что я теряю? Ага. И потерял чувака, а так что я теряю, в принципе. А ты у нас кто, по сути? А ты у нас неумеха, то есть тебя с самого начала качать. Зато у меня будет чувак на неумехах сейчас качаться. Берем вот этого нашего неумеху с посохом и идем на зачистку на неумехах. Вот иди! На тебе! На, сдохни. Flawless victory. У него... Если у меня эта штука задел бы, он уже падает, я ему этим посохом дальше вдалбливаю. Вот это было сейчас неплохо. Достал по хребту. А, отойди. Вот эти ударики топором сверху, они страшные. На. Есть. Не-не-не. Ой-ой-ой-ой! Я видел, что это летит уж, но я ничего уже не мог сделать. Да ну все так хорошо шло, вы чё? Чё это у неё за... А, у неё, кстати, этот шипастый, что ли, посох? Отличное начало серии. Так, хорошо, хорошо. Кулачный? Да, кулачный. Идемте на неумехах. Будем лечить наших чуваков сейчас. Блин, это просто звездец. О! Я так понимаю, мы друг другу вмазали. А, отойди, отойди! Все. Там оставался последний тычок. Хорошо. Продолжаем. Я думаю, сейчас никто вообще и не близко не вылечился, поэтому продолжаем в кулачку идти. До свидания. Просто избили. Нормально. Как бы денег с этого сильно ты не заработаешь, потому что сколько мы зарабатываем. Мне, кстати, вот что интересно, когда мы делаем ставку, вот ставка, например, два бронзовых или два серебряных, или какая бы там ни была. Кулачный бой, пойдемте в кандидат, неумеху. Мы потом собираем и ставку, и награду, или ставка в любом случае уходит, а награда компенсирует. Отходи! Хорошо. Отходи, отходи. Ох, вот этот удар был очень сильный. У меня что-то
У меня были шансы выиграть, по-моему. Я пару раз неплохо так вмазал, но... Двое на двое. Ну, вон, кулачный только один остался. Идем еще раз в кулачный. Надо с размаху. Ай, стиль пьяного боксера. Да, отойди. Надо прокачать себе скиллок, который убирает у тебя стан, потому что стан очень часто меня и губит, потому что меня, например, чем-то вмажут в меня, я потом стою, туплю, и мне прилетает второй удар серьезный. А это мешает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Двое на двое, вон, пойдемте еще в кулачный. Это была задняя подножка или... Чё это было? Плохо. Давай, давай, мочи его. Не подставляйся под удары. Ты еще не сдох. Все? Я тебя уже похоронил, а ты меня тут бьешь. Ты что, серьезно, что ли? Это было сейчас опасно. Я чуть не начал праздновать победу преждевременно. Все, в принципе, да и кулачных боев уже и нету. Пойдем еще раз на зачистку на 55-м. Ну, просто хороший способ заработать. Если не будет вот таких подстав, я хотел сказать. И тут же словил, блин, удар чертовым топором. Отойди! Да что ты такой? Да блин! Что ты такой непробиваемый? Козлина. На тебе по шее, по шее! По торсу, везде. Гляньте, сколько красного урона сходу. Блин, да, острые топоры, острое оружие вообще-то. Надо на отходе попробовать его поймать. Нормально. Нормально, все. Ну, да, у чувака не особо-то шансов было. Короткое оружие, короткое медленное оружие, это все. О! Да чтоб тебя! Какой у тебя, кстати, этот... козырный комбинезончик-то? Открывайся почаще. Блин, тоже много красного урона внес. Обидно. Че, кувалда? Черт. До свидания. Ну, молоток и кувалда. Блин, жалко, что он меня, конечно, тоже ударил. Но, в принципе, они были без шансов. А вот этот меня может и убить. Осторожно. Это пятый. Надо... А, до свидания. Хотел сказать, надо ловить, когда он будет открываться. Ну вот, отлично получилось. Блин, много урона схватил, но выиграл. Что, кстати, хорошо. И мне его все равно нужно качать форсированно этого чувака сейчас. Ладно. 33-й у нас новичок, и шмотки у него там и на новичка есть, и всякое такое. Есть драка, кстати. На кандидате. Причем две одинаковых драки. Есть зачистка на... зачистка на новичке. Блин, я пожалею об этом. Ладно, пойдем. Не знаю. Формат зачистки мне почему-то нравится больше всего. Ой-ой-ой!
Ой! Да ты, блин, тыкатель галактического масштаба. Хорош! Это что сейчас было? Как столько много жизни, блин, ушло просто вот так вот махом? Офигеть! Это копье? Это все копье? Серьезно? Может мне купить копье? Второй раз за сегодня просто вот копья уничтожают галактику. Кираса. Может, кстати, взять кираску-то. А я не помню, на кого у нас там. Милочка, у меня чувак. Пойдемте сейчас гляну по-баренькому. А, вот он, кстати, и прокачался. Очень быстро, хорошо. Значит, минутку. Я думаю, что вот это вот нужно. То есть не прерывать атаки, получая удары. Блин, ладно, это выглядит полезным. Я почему отключал? Я думал, что... Так, ну-ка. Ха! Попробовал вот эту фишку, нажимать двойной тап, чтобы выйти, потому что Escape не работает, и он мне выдал эрорку. Интересно. Ладно, берем дуэль, берем... Двое на двое, в новичке, неумехи. Кандидат. Кулачный... Может в кулач... Да, пойдемте в кулачный бой еще похилимся немножечко. Спасибо. Да блин! Все! Я даже отойти не успел. Сколько? 5 ударов по мне приехало. Хорошо. Ладно, 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 я вас понял. Так. Где у нас что было? Кулачный, зачистка, знаток, знаток. Новичок, кандидат, новичок, новичок. Зачистка. Драка. Ладно, пойдем еще раз сюда. Вот в этом, в общем-то, фишка, потому что вы говорите, не надо много персонажей, причем я это пару раз уже явно слышал. Вот, лучше одевай своих персонажей, все дела, но смотрите, в чем прикол. Что вот пошел персонаж, даже если он победил, его все равно хорошенько отфигарили. До свидания, блин, чуть не победил меня. Чувак в горчичной рубашечке. Я опять забыл эту фишку. Ладно, это было на неумехах. Мне тоже постоянно вот, что, мол, когда идешь в зачистку, то не забывай снимать шмотки с людей, кого ты уже победил. Идем еще раз в кулачный. Мне как раз почти 33-й дохилился. Это я отхавал. Ах ты ж. Мудак. Не надо так. Но это я, скорее всего, этот балет я проиграл. Хотя нет, мне тупо повезло. Фух. Вот так вот оно иногда и бывает. Хорошо. Новичок 33 у нас подъехал. Можно сходить куда-нибудь на новичка. Зачистка. Не знаю. Говорю, пока что мне этот режим просто нравится больше всего. Он наиболее такой интересный, челленджевый. Хотя я в нем дофига проигрываю, я согласен. Ай! Нормально. Так, стоп. С него можно что-то снять, да? Давайте посмотрим. Что я могу с него снять? И... Так, минуточку. Ай. Я могу перчатки снять. Да, перчатки, наплечники. Могу. Наголенники. Тогда, получается, я обувь снимаю, да? Да, блин. У меня обувь высокая, она мне дает один режущий, один колющий. А эта штука... А, ну хорошо дает, да. Значит, можно одеть на рукавники, можно одеть ботинки. Так, что у меня по шляпе? Режущий 2, колющий 2. У него шляпа получше. Одеваем его шляпу. Так,
Да, чтоб тебя. У него рубаха какая-то. Так, ты у нас тканная рубашка, ты у нас та-та-та-та-та. Штаны. Штаны, кстати, получше моих. Штаны гораздо получше моих. Одеваем. То есть чувак был довольно неплохо одет. А что по оружию его? Может, я во вторую руку могу это взять? Нет. Потому что это двуручное. Все, я понял. Хорошо. Ребят, я вас слушаю. Да, с опозданием иногда, но слушаю. С другой стороны, это мне показало, насколько плохо одеты мои чуваки на этот ранг. Надо понакупить одежки, штанишки получше. До свидания. Так, посмотрим, что у тебя. У тебя мачет. Ну-ка, выходим из боевого режима. Так, хорошо. Я оценил. Кираса. Блин, я подзабыл, как это все делается. Все, это нужно два раза кликать, тогда все будет нормально. Жилет. Кираса у нас покруче, чем жилет, да и покрытие побольше за счет юбки, наверное. Она же одевается вместо жилета. Да, все верно. Одеваем кирасу. Наплечник. Наплечники одинаковые. Шлемофоны. Подшлемник тоже одинаковый. Хорошо, все вроде то же самое. Да-да-да, то есть максимально под этот уровень пояс еще разве что можно надеть. Хоть что-то будет еще. Перчатки половина-половина, половина-половина, да, точно такие же перчатки. Теперь насчет пушки. У него мачет. Могу ли я мачет с Морнингстаром? Нет, не могу. У меня, в принципе, наверное, сейчас еще не прокачан навык двуручного оружия. Хорошо. Хорошо. Так мы выглянем немножко посерьезнее. Ах ты ж! Вот я так понимаю, что меня сейчас очень сильно бронька спасла от этого удара. Иначе бы меня пробили бы до красного. Да хорош! На тебе по голове. На! Вот это был смачный хедшот сейчас. Просто изумительный. Вот, смотрите, реально. Это работает. Спасибо. Подсказка просто шикардоснейшая. Потому что я думаю, что сейчас у меня бы... Вот все, что сняли желтое, я думаю, все это было бы заполнено красным. Учитывая, что меня лупили топором. Каждый раз, когда я чувака за голову вот так вот цепляю, у меня в голове звучит «Get over here!» Ох, вот, вот это я мог сейчас хороший хедшот влепить. До свидания. Вот это сейчас получилось неплохо. Так, что у тебя? У тебя щит, у тебя кираса. А кираса не получше моей? Такая же, по-моему, да? Абсолютно такая же. Тут уже все. Я думаю, что это максимальный ранг. То есть... видите, оно чепчик, подшлемник, оно одинаково все. Я думаю, это максимальный ранг. И тут что-то лучше я уже не получу. То есть против меня выходят ребята фулл одетые. Я тут прошу своих ребят рисковать, выходя без шмоток, потом удивляюсь, что они проигрывают. Окей, я понял немножечко сейчас свою ошибку. Это стоило жизни парочки ребят. Да хорош! Так, под молотки лучше не подставляться, это я понял. Они пробивают броню очень сильно. Да хорош!
Ай-яй-яй-яй. Хотел пройти, пока он открылся. Вот да, вот это была чисто моя ошибка, согласен. Просчитался. Зато это было очень познавательно, это было очень интересно. Хорошо, неумехи двое на двое, пойдем мы с вот тобой и с... А почему у меня... Почему у меня этот... Алан... Ну, Алан, это же торговец. Почему мне его предложили в бой? Я с ним уже ходил один раз по ошибке, я помню. Не трогай меня своей кувалдой. Все. Одновременно затащили, красавчики. Просто хопа, и все. Уроки по синхронному плаванию. Так, ладно. Куда можем пустить нашего Данилита? Двое на двое. Давайте двое на двое, но с этими... Нет. На эксперте, дуэль на знатоке. Давайте дуэль на знатоке, пусть у нас ходит вот эта вот чувиха. А, у меня нет знатока, точно, у меня есть зачистка на новичке. Новичок. Пустить ее в зачистку, не пустить? Ну давайте, я сомневаюсь, но давайте попробуем. Блин, это была ошибка. Это была ошибка. Я уже сразу такой. Ты его бить будешь, нет? Понятно. Ой, блин, просто какой-то наемник. Знаете, вот есть солдаты фортуны и солдаты неудачи. Disfortune. Ладно. Все, давай, иди, лечись, ты у нас будешь. На одна ты вообще, в принципе, никуда выходить не будешь. Схватка. Да ладно. На кандидате, у меня нету просто нужных кандидатов. Не, на схватку я не пойду, ну его нафиг. Драка на кандидате. Угу, мне тоже некем пойти. Пойдемте тогда в кулачный. Ну, то есть, много хороших предложений. Ха-ха-ха, flawless victory. Не знаю, это просто какая-то фишечка, когда побеждаешь полностью без потери здоровья. Ух ты, что это за золотые штаны такие? Это на кого такое? Тканные брюки на новичка. Ну блин, они стоят целый золотой, черт побери. Импульс гасят от режущего, круто, от колющего. Слушайте, я хочу их купить. Так, ну, у меня на людях нету нормальных штанов, так уж если пошло. Копья, чертовы копья. Опять вы передо мной выбор ставите, копья или копья. Это на новичка, да? И стоит оно 8. Ой, я знаю, я об этом пожалею. Торг. У меня практически не осталось денег. Давайте мы сейчас поуправляем немножечко. Посмотрим, что с этого всего выйдет. Так, далее. Вот ты у нас. Ты у нас с Биллом ходишь, да? Хорошая оружка. Честно говоря, я бы, наверное, не хотел бы ее менять. Вот. Золотые штаны. Почему они... Новичок.
Я что-то не понимаю. Стоп. Назад. 33-й новичок. Новичок. Все нормально. И оба наших наемника тоже новички. То есть у нас неумеха только 55-й. Управление. Окей. Что с тобой происходит, чел? Ну, я понимаю, что я с тебя снял штаны, но не таким же образом. Так, так, так. Почему они на тебя не одеваются? Я что-то не понимаю. Тканые брюки. Новичок. Почему они не одеваются? Не понимаю. Хорошо. Есть жилетка на режущий половинку. Есть кераса. Вот, давай мы тебе керасу, наверное, накинем. Она тоже на новичка. Кераса одевается. Суперски. Все, есть. Наплечник. Наплечник одевается. Тоже офигительно. Так, чувак, хорошо, тебя мы приодели немножечко. Высокие сапоги, бил, тот все-то. Ты нам не нужен пока что. Ты. У тебя жилет. Это ты поверх жилета одеваешь? Нет, это вместо жилета. Хорошо, потому что жилет практически ни от чего не защищает. Там половинка режущего ничего не значит. А, на тебя можно одеть эти брюки. Хорошо, значит, ты у нас будешь дополнительно бронированный. Брючки хорошие, прям такие желтые, качественные. У тебя есть наплечник. Может, мне тебе оружку какую-то другую дать? Я же копье купил, да? Давай ты, может, у нас с копьем походишь. Давай попробуем так, реально. Молоток я у тебя заберу. На лоу-левел я тебе дам ножик, на всякий случай. Так, шмоточки. И давай я тебе дам какую-нибудь кофту, просто чтобы мне было не страшно переключать на тебя страницу, хорошо? Потому что вот эта кофта на новичка, и она, если что, слетает. Так, ладно. И жилет я тебе... Нет, жилет я тебе не дам, он... А, он тоже нулячий. Жилет тоже нулячий, на, держи. Фух, попробуем вот так. Да, вот Escape Tab работает, Tab не работает. Мы остались без денег, с чем я нас и поздравляю. Осталось 2 серебряных. Все вообще невероятно круто. Идем в кулачный. И очень надеемся, что мы, черт побери, выиграем. И игра нам такая, фиг тебе. Вот это мышиная возня. Блин. Шансы были. Я во второй половине сумел немножечко накостылять, но да. Не сложилось, ни судьба, не фартануло. Срочно нужны деньги. Так, есть схватка на неумехах. Хочу ли я? Есть драка на кандидате. Стоп. Есть драка. И пойду я на новичке нашем вот этом вот. И просто... Не пу... Ну, как бы, просто заберу деньги. Это просто ради денег, серьезно. Блин, почему я... без пушки? Ладно. Еще без штанов, что ли? Круто. Драться с голым задом — просто мечта. Остается только выиграть. Как ты жив остался? Там
такое мясо чувака превратили. Он такой еще поднимается после этого. Все. Валера, настал твой час. Че там, два топорика, да? Топорики. Ну, топорики это страшно. Не настолько страшно, конечно, но страшно. Вы, главное, друг друга покалечьте хорошо. До свидания. Вот они, деньги. Я, кстати, мог пособирать с трупов, пока они там дрались, но это немножечко опасное занятие, потому что пока я собираю, вполне могло и мне прилететь. Хорошо, чуть-чуть денег вернули, капелечку. Так, пойдем на новичке на зачистку. Нет, не на новичке надо было. Черт! Надо было не на новичке, на зачистку. На неумехе надо было идти. Черт побери, у него оружие было. Так, кстати, насчет оружия, иди сюда. Чувак, мне нужны твоя одежда, твои очки, мотоцикл, блин. Иди сюда. Так, так, так. Топорик возьму, но, наверное, дальше с кулаками пойду. Если я его убью, надо будет у него посох отобрать, если... Он пытается разорвать дистанцию, это единственное его спасение. Фух. Я сейчас мог запросто слиться, просто вот в легкую. Потому что... Это посох? Это не посох? А, это посох, все нормально. Мне показалось по цвету, что это не посох. Страшно жить-то, страшно. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Топорик... ладно, пока оставлю топорик у себя. Поехали. На тебе по щам. Ну, с вот этим скиллом двойного замаха, то оно, конечно... Знаете, что? Топорик нафиг. Нафиг. Чувак, держи мой подарок тебе. Я возьму этот тупой нож. Так, сапожки один, половинка один. Это то же самое, просто выклеить по-другому. Хорошо. Да хорош! Как ты... Это был нереальный замах вообще. Из такого положения невозможно было замахнуться, блин. Знаете, вот есть тактика тысячи порезов, а это тактика тысячи синяков. Избей своего противника. Серьезно, я тебе все костяшки на пальцах подбиваю сейчас. Да сдохни, тварь. Он пытается сверху ударить. Это его сейчас был единственный шанс, когда мы были в клинче. Видели, видели? Ой! Я тебе не знаю, что сделаю. Если ты сейчас выиграешь, блин, я тебе... Не знаю, что сделаю. Тварина, ты же сдох уже. Ну, я чувствовал, что по нему остается там уже последний удар. Надо было быстренько заканчивать всю эту тему. Фух. Я не тем чуваком пошел, но выкрутился. Ладно, это неплохо. Там есть драка на неумехах. Вот пойдем в драку на неумехах. Заодно чуть-чуть восстановимся другими персонажами. Барная потасовка. Да. Я, ты на меня зачем переключился? Блин, я увлекся и слишком близко подошел. Ай!
Это вообще-то моя голова была, не надо... На тебе по затылку. Спасибо, что отли... Уйди! Ты же не со мной дерешься. Ну ладно, зато против тебя теперь двое. Блин, мы с тобой опять тут... Ай! Вот чей-то топор. Почему я? О, спасибо, спасибо. Давай, лупи его. Хорошо. Хорошо. По горбу ему. А, вы уже договорились, но я тебе тоже скажу сейчас финальное слово. Нормально. Чуть-чуть отхавали, но, в принципе, денежку заработали. Драка на неумехах еще раз. Да, идемте, идемте. Просто тупо денег надо нафармить, потому что с вот этими покупочками... Мне потом интересно посмотреть, как копье будет работать. Попробуем запустить ее куда-нибудь на новичка. Я сказал, что я не буду ее одну запускать, но все-таки хочу запустить, посмотреть. Может, двое на двое где-то пойдем, если получится. Сейчас это месиво закончится тут. Кто-то уже присел отдохнуть. Опа, опа, опа. Все нормально, все хорошо. Остались двое на двое. У всех посохи, все опасные жуки такие, а. Ёлки! На, до свидания. Да, он после стана вошел в какой-то режим берсерка. Такой просто пришел, начал накидывать. У нас уровень не качнулся за все это время, не? Нет, хорошо. Он только... А, каждые два уровня поднимается ранг. Все, нормально. То есть мы нашего неумеху подтянем на кандидата, потом посмотрим. Дуэль на неумехах, двое на двое на неумехах. Дуэль на кандидатах. Не знаю даже. Драка на новичке. Драка на новичке. Пойдемте, наверное. Да. У нас этот чувак, конечно, еще упокоцанный, но... Пойдемте. Блин, тут такие танки уже ходят. Смотрите, с клевцами, в броньках, со щитами такие. Ой-ой. Сейчас я немножко деньжат подкоплю, и надо будет покупать еще дополнительное оборудование для наших чуваков. Ну там, что-нибудь броньку какую-то лишнюю, то-то, сё-то. Смотри, смотри, что он копьем делает. Офигеть. Чёртова имба-машина. Да почему я? А ведь убьет сейчас. Фух, не убил, по крайней мере. Да, да, согласен. Копье это что-то прям какой-то перебор. Давайте посмотрим. Кстати, я сходил, подлечился. Драка на неумехах. Где у нас там новичок-новичок? Драка... А, не, в драку я ее не пущу. Ну ее нафиг, я там запинает, она тупая. Драка на неумехах. Да, пойдемте. Пойдемте. Я только золотой накопил, мне взяли, всю ставку мою сняли. Ладно. Пойдемте возвращать себе золотой обратно. Ну, просто дошло до того, что у меня было два серебряных, и то потом я кулачный бой проиграл, у меня осталось один с чем-то. Сейчас, наконец-то, мы докопили до практически золотого. Ну, у меня уже был золотой, но если... Прошлая ставка не прокнула, поэтому у меня сейчас немножко меньше золотого. Давай, чувак, давай, вперед, вперед, вперед. Чувак, с посохом, а? Мне кажется, я против него останусь, потому что вот эти топорики-молотки, это все такая фигня. Они еще и вдвоем против зелен. О! Вот ему по почкам прилетело сейчас. Да, топорик уехал. Сейчас он еще молотка добьет, а потом еще как бы и меня не добил. Я же сказал, что он добьет молотка.
Фу, хорошо, что по нему сопли оставалось попасть. Я ему там просто в нос тыкнул этой палочкой, и все. Он такой, зачистка на неумехах. Да, пойдемте. Попробуем. Ай! Я видел прям, как я подставился. Вот это если сейчас в голову прилетело бы, блин, а прилетело. Да сдохни. Тварина, ты посмотри, больше половины снес. Ой, это чувак похожий на нашего наемника. Ой-ой-ой-ой! Да, я-то его убил, но вы посмотрите на хпшки. Это мне сейчас нужно 3 боя провести идеально. До свидания. Если против меня сейчас попадется посох, вот там я отъеду, все. Я же сказал. Причем вы видели, сколько я... Я думаю, у нее жизни осталось столько же, сколько у меня. Просто последний удар оставался. Черт побери. Как обидно-то сейчас. Это было очень-очень-очень-очень не круто. Ладно, есть схватка на... Вот, есть зачистка на новичке. Дуэль на новичке. Пойдемте вот это вот... там будет оружие на кандидате, да? Давайте попробуем. Она сейчас будет бе... Ай, блин, я не того чувака взял. Я думал, что я девчонку выбираю. Все, я понял. Потому он без штанов, потому он... Но он с вилами. Потому что вилы сюда подходят. О, хорошо. Да, давай, 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 давай. Вот так по роже его вилами прямо в нос. Это широкие удары замашистые такие. Ха-хай! Ха-хай, оно тычется ножом. А то разорви дистанции вилами ему в ухо. Блин, такой хороший удар вначале был. Да! Обух тебе в подбородок. Голожопые крестьяне побеждают. Я делал, может, она теперь не может... Все, у меня осталось вот это не рейд, которая не ходит в рейд, да. Схватка на новичке, зачистка на новичке. Вот отправим ее сейчас туда с копьем. Чувак тоже с копьем. Почему ты отхавала, а он нет? Понятно. То есть... А, по пальцам тебе в голову. О, хорошо, уложил. Интересно, сколько у нее жизни осталось. Потому что вот тот удар выглядел страшным. Булавой в голову, ты серьезно? Зачем такие удары-то пропускаешь? Не булава, это топорик, да пофиг. Ну и все, да, после этого не выживают уже. Ясно, дело не в оружии, дело просто в наемнике. Это наемник-неудачник. Все, одну и больше теперь точнику на него пускают. Дуэль на неумехах... Он калека вообще, пойдемте в кулачный тогда. У меня одни калеки остались. Да отходи! Да отходи ты! Понятно. Станет его, конечно, просто чудовищно. Он такой, и все, и ничего не может сделать. Да, я, по крайней мере, себе золото вернул. Кулачный. Ну да, да, идем в кулачный. Просто тупо здоровье восстановить, потому что у меня все калеки. О, вот это хороший хук сейчас был. Ай-яй-яй! В торс зашло.
повалил. Почему нельзя ногой? Вот знаете, помните, как было добивание в Сан-Андреасе? Когда у тебя NPC упал на пол, и ты его начинаешь так ногой типа топтать. Почему здесь так нельзя? В кулачном бою. Так, ладно. И еще один кулачный, чисто чтобы, да. Чувак, откуда у тебя такой конский хвост? На тебе по хребту. Ты все уже склеился. Вот это шпагат, вот эта растяжка у тебя, чел, просто бомбическая. А, хорошо. Ну, и что бы я хотел? Драка на кандидате есть? Есть тварь на знатоке, но знатока у меня нету. Есть зачистка на новичке. Новичок у нас... Новичок у нас, кстати, хорош. Новичок у нас хорош, попробуем. Это, наверное, будет наш последний бой на сегодня. Я просто крайне надеюсь, что мы его выиграем. Сраное копье. Замахивайся скорее, пожалуйста. Вот я на этом погорал уже сколько раз. Когда я хочу замахнуться, и мой персонаж не успевает это сделать, я остаюсь открытым и отхватываю удар. Вот. Ай-яй-яй-яй! Вот это я сейчас промазал. Некрасиво. Ах! Это было близко. Интересно, сколько у него жизни осталось? Я думаю, не так уж и много. Ладно, ребятушки, серьезно. На этом тогда пока что сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Продолжим в следующий раз. Надо будет опять поднакопить денежек. Все это сейчас, на этом этапе, все это делается гораздо медленнее. В том числе это гораздо медленнее, потому что мне приходится подолгу лечить чуваков. Я все-таки думаю, что нужно будет нанять, ну не нанять, а завербовать еще одного. Но ладно, пишите ваши мысли, там уже посмотрим. На этом все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем ладушек, всем покеда.